Поехали, да? Ну и так, начинаем. Коротко гляну. Знакомых фамилий каждый раз появляется немножко новичков. Я только на них и рассчитываю. Вас, ребята, учить, ветерана только портить. Данила, привет. Александра, здравствуйте. Марина, здравствуйте. Снегирев, доброе время суток. Что-то я вам отправлял недавно. Вот, и что-то, какие-то вопросы мы с вами решали. Так, Кострома, брат, здравствуйте. Так, Леонид Бухтияров, всем привет с Казахстана. Вчера минус 3, сегодня минус 30. Ой, этот Казахстан. Так, привет из Санкт-Петербурга. Пишет Нина. И там нас прибавило в Санкт-Петербурге. Ольга, здравствуйте, Снегирев. А, подскажите, пожалуйста, где можно найти описание сорта крупноплодных? Как на вкус, особенности? Как? Крупноплодный – это мой личный сорт. Описываю буквально, фотографии, наверное, видели. Вот, описываю буквально в нескольких словах. Значит, когда я выращивал на подвоях, именно на манжурцах я выращивал тот самый академик классический, то несколько поколений расползлись его качества. Они стали настолько разными, что, наверное, их уже невозможно сравнить, сказать, вот это академик, и это. У меня получился, это академик, а вот это фаина, а вот это крупноплодный. И еще несколько клон. Ладно, уговорили. Вот это вот мы заходим на мой сайт. Где ты делся? Вот он. Сейчас я вам покажу. То, что получилось самое-самое, это я и назвал. Крупноплодный железово. Сейчас я вам покажу. Вот. Ну, это вот тут вариантов тут. Вот попробуйте вот теперь сказать, что это академик. Вот попробуйте. Вот смотрите. Вот ради интереса. Вот только бы сейчас укрупнился. А то как-то я пробовал, а он не укрупняется. Вот я нажимаю, или надо подождать. Чуть позже укрупнится. Сейчас я покажу академика и уже не академика. Так. Ну, укрупняйся, ну. Ай, жалко как. Он бывает, пока до самого низу не откроется. А, вот все открывается. Вот. Ну, представляете, это не надо России. Это не надо Академии новых. Вот. Хоть собрал бы их президент. Уже президент страны сказал. Ну, отчитайтесь. Что у нас есть? Успели бы, вот ко мне бы сказали, давайте это самое, дружить. А то у нас президент сожрет со стороны. А то было, в академике милиционера выбрали. Вот Путин смотрит на этого, на президента Академии наук. Почему выбрали генерал-лейтенанта милиции? Тот хлопал ресницами. Потом взял и сказал, значит что. У него есть труды. Представляете, как у нас академик, значит, выдающийся. Академик. Вот. А у него есть труды. Будешь увеличиваться, нет? Может, достаточно того, что вы так увидели. Нет. Ладно. Кому надо, тот видит. С носиком еще академик, без носика уже крупноплодное железо. Все понятно? Носик – это отличительная черта. Одна из главных внешних признаков. Все. Возвращаемся там, где были. Теперь, а где мы были, попробуй теперь сюда попадить. Так, вебинар. Нет, попал. Идем дальше. Значит,
Крупноплодный, я сказал, это клон бывшего академика. Так, привет с Хабаровска. Мирослава Зыбина, это та самая, которая мне 90 косточек персиков заказала. Вот. Как Мирослава в этом самом представилась, когда там нападки были? Я дендролог. И вот. Ну, а для меня вы человек с высшим образованием и, похоже, с незапудренными мозгами. Не типа тех выпускниц Челябинска, которые цитируют столетней давности эти истины. Вот. Же наука, помните? Представляете, если бы Мирослава Зыбина, да, взяла бы и цитировала, что объективная реализация – это же наука. Да? Вот. Ладно, проехали. Виноградов, здравия. Гречихина, добрый вечер. Комсомольск на море, Татьяна, привет. Валентина Попова, здравствуйте. Ольга Тюмень, добрый вечер. Правда, что морозостойкий, пишет Даня. Правда, что морозостойкий по двое косточек и семечек повышает морозостойкость южных приворот. Знаете, я считаю, что да. Почему? Но это особая работа, просто так нет. Почему не получилось, Таня? Почему не получилось у Мичурина? Итак, есть такой гриль. Это 19 век. Вот. Он-то и убедил всю тогда мировую общественность, что надо, ну, по крайней мере, российскую точно, что привои на высокие подвои, привои станут более морозостойкими. Наверное, у нас сейчас все-таки лучше с этим. Мы больше знаем. Вот, у нас больше опыта. Вот. Попробовал Мичурин. Ура, пошли. Начал говорить ура. Прошел год, ну, вот, наверное, такой, как этот год. И у него все эти прививки погибли. И он тогда обрушился на Греля, что он потерял годы, что впереди работа только с скрещиванием морозостойкого с южным. Морозостойкого с южным, морозостойкого с южным. Вот, осень это. В то время это было нормально. Но вся наука за ним, хоть он и был постепенно забыт, задвинут, но все равно дальше этого не пошло. Дальше у него было много сортов по принципу морозостойкий плюс культурный или плюс сладкий. Вот. Все равно какие-то огрехи были, все равно идеальными их назвать нельзя, все равно они уступали западным. И все такое наше в то время и западное. Цену я сравнил. Ведро наших фруктов, это, как правило, были достаточно хорошие сорта. Ну, достаточно, я так вежливо говорю. Папировка, Белый налив, Антоновка, вот, Ирония Семиренко, это у нас было. Пипин Шафраный был, Синап Северный был. И ведро этого, знаете, в ведро входит 5-6 килограмм, поверьте мне. То есть 5-6 килограмм наших отечественных фруктов стоили как 1 килограмм вот этих вот Red Delicious. Или Golden Delicious. Понимаете? Вот такое соотношение было. Обидно. Сейчас, правда, все пропенялось, но мы не зря жизнь прожили. И вот одной из проблем, я считаю, что мы решили проблему морозостойкости южных привоев за счет подвоев. И тут не только моя заслуга. Дело в том, что это массовое явление. Его невозможно повторить в институте. Ну, невозможно все. Рамки не те. А у нас рамок нет. Вот ходи и выбирай по садам. Ходи и выбирай, ходи и выбирай. Вот. Кто-то взял соседу соседа, срезал черенок, смотришь, после 40 градусов зимы. У всех ничего нет, а у него плоды. Сосед, дай черенок, дал. Все. На что привать? Опять или на ранетку, или на сибирку. И вот так помаленечку, помаленечку. Ну, мне удалось какой-то внести какую-то именно целесообразность. Ну, то есть упростить, чтобы это было не 20, не 40, не 50 лет, когда внедрялось. А я привожу с Украины, через несколько лет, все прекрасно. Квинти же я привез с Украины. Так же. И вот он, пожалуйста, он не думает замерзать. Догонять, что получается. Все-таки влияние подвоя есть. Вопрос в другом. Еще два вопроса.
Я не умею так отвечать. Вот я сказал, да, влияние есть. Да, несколько поколений, и вот он уже не замерзает. Но для этого уже условия надо создавать. Что подует с одного сада, приводит с этого же сада. Попробуйте теперь возьмите другой подвой, и опять все с нуля начинаем. Раз. Тогда скажете, мы уже получили новые сорта. А докажи. Надо же взять потом семечку, а семечку вырастить, и тогда убедить, что это новый сорт. А разве семечки когда-нибудь повторить эти свойства? И вот нас, прививальщиков, нас, любителей прививать и выращивать именно чудеса с помощью прививок, обвиняют его в шарлатанстве. В голову не приходит, что это вот тут нормальная жизнь. Нет. Нет. Возьмем семечку с моего этого. Видели, какие у меня эти плоды? Нет? Многие. Вот. Еще и укрупнились. Возьмем семечку. Вырастим, а ну 2 раза меньше. Шарлатан. Не повторяется. И опять начинается с работы с нуля. Ну, что я скажу? Как еще раз Даня ответить? Правда, что морозостойкий подвой косточкой повышает морозостойкость. Да, повышает. Иначе не было бы ничего этого в Сибири. Владислав. Всем здравствуйте. Утром было 40-42, впервые за 5 лет. Ну, Сыктывкар, извините, это вам все-таки не Карагим. Я в Сыктывкаре пролетом был. Сам нелетная погода, и мы там садились. Господи, какое там это садоводство. Брррр. Так что для вас 40-42. А то, что впервые за 5 лет, да, последние годы шло потепление. Вспоминаем теперь, что было 30-40 лет назад, это была нормальная погода. Вот это. Вот, вас, может, не было, а погода такая была. Федосеева, здоровья садоводам. Спасибо, Таня. Бессмертного Валентина Валечка, привет из Читы. Спасибо. Ольга, всем здравия из Москвы. Что, шумит Москва, шумит. Вот продолжает калечить деревья. Все садоводство. Так и не переучились. Бесполезно. До этого и Тимирязевка выпускает. Ох, Ольга, Ольга. Даня, актинидия аргута под Екатеринбургом будет плодоносить? У кого можно недорого купить марацуйки по двое алычи? Так, марацуйки по двое алыча. Ну, кто-то может вам ответить. Знаете, что я скажу? Для меня... Ну, для меня алыча... Это разновидность сливы, скажем, но не самая роскошная. Так что морозостойкость, она отличается. Но у меня есть китайки. У меня на них все чудеса и случились. Но купите у меня косточки, это же китайки, красно-синий, красно-желтый, красно-розовый. Вот, уссурийско желтый. Я вам предлагаю самый лучший морозостойкий подвой. Вот. А вы где-то прочитали, недорого, ну хорошо. Недорого. Когда говорят недорого, ну что мне сказать? Да, 20 косточек, 20 рублей. Ну хорошо, вы свой человек, вы теперь наш. Ладно, пусть будет для вас 10 рублей, если купите не 5 штук, а скажем 50. Ладно, уж так и быть, в виде исключения. Вот. Что касается актинидия аргута под Екатеринбургом будет плодоносить. Ну, может, кто-то и ответит. Я там под Екатеринбургом не жил. И актинидией не занимался. Я жду, что кто-то может вам и ответить.